Всем привет! Сегодня 11 апреля 2020 года, а вчера у меня нарисовалась проблема с просмотром своих видосов на YouTube. А именно, будучи в своем аккаунте, на своем канале, я не могу просматривать свои видео. Включая видео, у меня начинает прокручиваться колесико и ничего не происходит. В то же самое время я могу спокойно просматривать другие любые видео с других каналов, все делать все как обычно. И даже я могу редактировать свои видео, добавлять видео, но просматривать я их не могу. Могу просматривать только на таймлапсе, да, там эти иконочки. И все, само видео не показывает. В то же время с других аккаунтов, да, там мои видео просматриваются без проблем. Сейчас я покажу вам это все наглядно. Открываем Chrome. Заходим на YouTube. И вот я на своем канале. Филимоныч, да? Открываем любое видео буквально. Вот что происходит. То есть вот это колесико, оно постоянно крутится. А вот провожу, да, по линии временной шкале, да, все в порядке. То есть буквально любое видео. Вот еще, например, откроем. То же самое. Ну, давайте зайдем просто в библиотеку. Откроем любое видео. Всем привет, как с вами Огги. И после этого нажать ОК. Без проблем. Теперь мы видеоконтент, к примеру, для YouTube, то проблем мы должны... никаких вообще. Теперь поменяем аккаунт на аккаунт супруги. Только представьте, каждые 1,5 секунды в мире появляется новый пользователь Wix, создающий собственный профессиональный веб-сайт. Это 70 тысяч человек в день. Канал. Там история, например, заходим. И как видите, никаких проблем. Видео проигрывается. Одно видео, второе видео. Ветры, ветер свободы. Так, побежали, заходим на мой канал. Никаких проблем нет. Кстати, поменяем на мой аккаунт. Вот. Сколько я не рылся уже в течение, грубо говоря, почти суток, я не нашел вариантов решения этой проблемы. Более того, я был на... Где-то тут было одно видео, в котором якобы можно найти решение этой проблемы. Вот это видео, не показывает видео на YouTube, решение проблемы Марина Еникеева. Ну, она предлагает вариант просто в настройках поменять язык. Интересно, что у некоторых как бы получилось, или я не понял вообще проблему, ее проблему, но у меня это не получилось. И поскольку я эту проблему не решил, я выношу ее на YouTube у себя на канале и прошу в комментариях, если у вас есть варианты решения этой проблемы, напишите, пожалуйста. Я понимаю, что это может быть это что-то связано с антивирусной политикой YouTube, может быть какой-то бан произошел, может быть что-то часто я захожу на свой канал, ну а как я захожу, проверяю качество видео, как по-другому. Я не пытаюсь накрутить просмотры, я не смотрю сутками свой канал, а просто проверяю свое видео, которое только буквально загрузил, чтобы оно было нормального качества, его можно было отправить в открытый просмотр. Буду ждать ваших комментариев, возможно, кто-то из вас решил. Спасибо за внимание, всем пока.